прекрасный ресторанчик. Как тебе первая еда индийская? Отличная еда. Вот пьют святую воду из Ганги. Сегодня в Ришикеше дождь. Не очень сильный, но неприятный. Зато прохладно. Бог, который решает, куда тебе отправляться. Ну, в данном случае, кого ты будешь перерождаться. Типа нашего святого Петра. Это оружие... Три великие реки. Ганга, Сарасути и Ямуна. Один из интереснейших храмов Ришикеша. Обычно все индуистские храмы посвящены какому-то одному богу, а здесь он посвящен сразу же 80. Сейчас будет заплыв по Ганге, требуют одеть спасательные жилеты. Опять столица йоги. Знаменитый ашрам Битлз. В 1967 году приезжали сюда медитировать. Ну, такие помещения для медитации. Люди забирались сюда и сидели, медитировали тут месяцами. Вот даже космонавты медитируют. Ну как же тут остаться космонавту одному? Кто-то влезет обязательно. Вот так выглядят пещеры для медитации. Внизу спят и живут, а наверху медитируют. На втором этаже.
И вдалеке виднеется Ганга. Вот один из Beatles Бунгало. Вот сейчас туда пойдем, это посмотрим, место, где они медитировали. Вот, в одинаковом. Наши Beatles создали под национальный парк, поэтому это большое. Вот отсюда Махарши Йога писал письма Бетлам и заманивал их сюда. А я, они приехали. Вот это фотогалерея местных знаменитостей. Фотографии до боли знакомые. Но атмосфера почему-то чувствуется. Ленка, чувствуется атмосфера Битлз? Секретные сведения для трансцендентальной медитации. Можете позаниматься. Ну, очередное помещение для медитации. Правда, заброшенное уже. Вот, собственно говоря, здесь Битлз и медитировали. Здесь был лекционный зал, где Битлы слушали лекции о трансцендентальной медитации. А потом уже все это было разрушено, и сюда приезжали фанаты Битлз и расписывали стены граффити. Все равно дух Битлз здесь присутствует. Понимание того, что они здесь были, чем они занимались, и все вот их лица здесь. И даже вот эта заброшенность мне нравится. Живописный храм радости. Построен был вскоре после того, как Битлз отсюда уехали. Существовало до 98 года. А потом все было заброшено. Немножко напоминает Ангкор-Ват камбоджийский. Интересные места. Удивительно смотреть, как природа отвоевывает свое. Даже у Битлз. Первое испытание индийской кухни прошло, но второй-то приличный. Но теперь ждем прихода. Отправляемся на пуджу в Харидваре. Ну, народ на выходные приехал. Я жру кукурузу. Хардвар готовится к пудже. Как тебе пудже? Нравится? Мне нравится, что у нас места в квартире. Thank you.
закончилась. Народ потихонечку начинает расползаться. И делает себе бахилу. Потому что она боится этих вирусов. Курнул с утреца, и все хорошо. Мы проходили мимо, здесь стайка богов.